Здравия желаю, уважаемые гости и подписчики. Сегодня у нас бесплатное отопление на лампе керамика. Вот, ребята, керамика 200, вернее, 100 ватт, 230 вольт напряжение. Применяем что? Шнур, провод вот этот. Так. И реле Амрон. Вот она. О! 1:5. Видите? 1 секунда поступает питание. 5 секунд. Ток возвращается назад в электрические сети. Видите, 5 секунд, 4 и переключает. Вот здесь одна и все. Какой же, ребята, нагрев? Почти, видите, почти 200 градусов. Еще нагреется. То есть почти 172 сейчас. А расход, видите, нулевой. Красная полоса. Взял и вернул. Вот она, гуляет. Туда-сюда. То есть почти, вот она, до 200 градусов. В стакане специальном, чтобы для безопасности. Можно греться зимой. Отлично греет. Значит, реле Амрон. Видите, схема простая. Реле Амрон. Стакан. Специальный. На дно стакана поставлен вон патрон. Сейчас покажу. Вон на дне стакана патрон. А в патрон скручена лампа керамика 230 вольт, 100 ватт. Но! Значит, у нас железный стакан, такой вот, на дне пробурено отверстие и закручен патрон. Патрон, вкручена лампа, вот такая, вот так изображаем лампу, изображаем ее параметры, 100 ватт, как на ней написано, 230 вольт, ну и 220 можно, это не важно, у меня 230, 230 вольт переменного тока, то есть, и реле Амрон. По схеме, ребята, 1:5. То есть скважность этого изделия 1:5. Один раз мы дали ток, и 5 раз лампа вот так вот нагревается почти до 200 градусов. То есть вполне нормально для отопления. Тут 1 секунда. Включено, 5 секунд отключено. Отключено. Так, значит, смотрите. Включили, питание прошло 1 секунду. Она за секунду нагрелась. И 5 секунд она не остывает, ребят, за 5 секунд. Потому что скважность работает. Ее, сам ее ток, тепловая инерция. То есть она постоянно на 200 градусов и даже повышается. Сейчас вот еще замерю. Вот видите, повышение даже идет. Уже 181. Пока мы разговаривали, видите. 181,9 уже. То есть до 200 она доберется до 200.
не остывает, а наоборот, то есть ее, ребята, тепловая инерция минимум 600%, то есть КПД системы 600% за счет тепловой инерции, потому что 6 секунд она работает, горячая она, а 1 секунду поступает питание. При этом вы видите, что температура не падает, а поднимается. То есть нету, ребят, снижения. Значит, КПД 600%. То есть мы взяли ток, и тут же он вернул его назад. И 6 секунд она работает. Значит, расход 0 ватт, КПД 600%. То есть можно бесплатно зимой обогреваться. Благодарю за внимание. Всем удачи и стального железного здоровья.